нас ждала неудача, потому что, дождавшись наш автобус, нам сказали, что билеты нужно было покупать заранее онлайн. Они не продаются сейчас, только в онлайн. Да, и когда мы стояли в очереди, мы были единственными людьми с белой кожей в очереди, потому что все были темнокожие. Потом нам объяснили, что в автобусах только ездят нищеброды, вот, а типа люди в достатке не ездят на автобусе. Поэтому так и получилось. Что мы решаем? Мы решаем вернуться обратно в аэропорт, потому что нас постигла неудача, и мы очень сильно расстроились. И еще один момент. Когда мы спускались обратно в метро, ну, точнее, поднимались, это же Марта, наверх, то я увидел на лестнице вот такую здоровенную кучку фекалий. Вот, и все дружно поржали, сказали: «Дэнчик, ты мог бы рядом с ним сесть здесь и навалить ее, чем ты там бегал и реально рисковал, потому что могли арестовать». Вернувшись в аэропорт, мы долго не могли понять, что нам делать, куда деваться и так далее и тому подобное. Но потом случилось чудо, и мы нашли наш автобус. И мы поехали уже в центр Атланты, где нас оформили, забрали наши паспорта и выдали нам билеты. Но когда мы приехали на остановку в Атланту, мы тоже очень сильно удивились, потому что, зайдя на остановку, прям туда в терминал, внутрь, мы увидели много людей, которые тупо валялись, вот так лежали, ожидали своего автобуса везде, абсолютно везде. Такое чувство, как будто это какой-то притон. Вы видели хоть раз? Ну, вы представьте картину, заходите вы на Гагарина, ну, это у нас в Харькове, на автобусную остановку, и куча бабушек лежат, такие отдыхают, ждут своего автобуса прямо на полу. А там одна молодежь и обычные люди, там, разного возраста, все лежат, и реально это так странно было, очень сильно странно. Казалось, что, ну, реально уже паранойя заедала тебе мозг. Ты везде смотрел, думал, как, что происходит. В автобус с оружием, там, с ножом, с пистолетом не пускают. Просто забирают, но я не знаю, может, они потом отдают. Потому что, ну, представляете, в Америке как бы оружие легализировано. И поэтому, мало ли, едут в автобусе вот так. Хопа, чувак достал пистолет и расстрелял всех. Поэтому безопасность прежде всего. С горем пополам мы все-таки добираемся до нашего пункта назначения. Это Галтшорс. Да, поначалу мы жили в отеле, но потом поняли, что как-то дороговато в отеле жить. Вот, и начали искать себе квартиру. Нашли хороший домик. Как этот район называется? Бэй, неважно, короче, как называется этот район. Нашли себе хату, и мы там поместились все восьмером. Вот, потому что там раз, два, три комнаты плюс две ванные. И нас это вполне устроило. Я жил в комнате с двумя девочками. То есть вот мы втроем в комнате тусовались. И нас это вполне устраивало. Вот. Пацки сами там расположились. Вот. Насчет работы хотел поговорить. Я работал в ресторане под названием Hangout. То есть потусим. Вот, я был помощником повара, моя задача заключалась в том, чтобы нарезать, короче, предприготовление, там, нарезать помидоры, лук, так далее и тому подобное. Это все вот эти детали, которые потом использовались где-то ближе к вечеру, когда там гамбургеры лепили, вот эту всю хрень. Да, мы это все делали, но когда как бы мы все заканчивали, мы старались максимально тусоваться на работе, потому что почасовая оплата, и чем больше часов ты отработал, тем больше ты получишь. Как бы у нас зарплата была фиксирована $9 в час, и как бы работа заканчивалась, но мы старались максимально там хотеть мусор выкидывать, что-то делать, там проситься, напрашиваться, потому что в день можно было реально зарабатывать больше $100, и это очень круто. Да, и на работе можно было кушать. Правило номер один: повар должен быть всегда сыт. Вот, поэтому мы в еде себе не отказывали. Там были и
Тигровые креветки вот такенные, не такие, как у нас в Харькове, вот такенные. Да, гамбургеры вот такенные. Короче, было все очень круто в плане ресторана, питания. Сильно мы на это не тратились. Вот. Что насчет других ребят? Пацаны, некоторые работали со мной на кухне. Один чувак работал где-то в другом месте. А, не, он работал тоже в этом ресторане, только он был этим. Я забыл, как бассером. Бассер вроде бы. Тот, короче, чувак, который тарелки собирает и протирает столы, да. Но это не очень прикольная работа. Девочки работали на двух работах, хаус-киперами. Это те, которые в отеле номера убирают. И еще хостес в том же ресторане. Давай, давай, давай. Смотри, 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 как они врываются. Полный. Пойдем, Вадь, обойдем. Где я работал, да. Как бы еще плюс этого ресторана то, что он выходил прямо на пляж. То есть ты отработал, весь потный, грязный, выходишь, скидываешь с себя шмотки и идешь купаться. Но лучше с собой возьми плавки по колено, потому что если ты пойдешь в трусах купаться, на тебя будет смотреть очень криво и так далее и тому подобное. Сейчас я расскажу одну ситуацию. Вот мы, я помню, мы приехали на пляж купаться с пацанами и разделись, ну и мы все в трусах, естественно. Начали купаться, и на нас люди начали смотреть как-то косо, типа, что это за гомосятина и так далее и тому подобное. Но мы были просто в обычных трусах. А там принято ходить в таких, знаете, шортах, по колено такие плаватели. Что меня поразило в Америке, так это добродушие людей, можно так сказать. Но на самом деле это банальное лицемерие, но все равно приятно, когда ты едешь на велосипеде. Да, мы ездили постоянно на велосипеде, потому что иного транспорта не было. Вот. И проезжает мимо тебя чувак, и он такой типа: «О, привет!» И ты такой: «О, привет!» Или я остановился на светофоре, стою, и тут идет какая-то подруга такая и начинает мне заливать о том, что «Вот, я иду на работу, собираюсь там, так далее, а ты чем занимаешься?» и так далее и тому подобное. Просто перекинулись фразами, и уже как бы приятно, понимаете? Когда у нас кто-то к тебе заговорит, то уже закрадывается мысль, что он от меня хочет, отстань, ты кто, и так далее и тому подобное, по-любому какой-то подвох. А там это было вполне нормально, когда кто-то с тобой общался, там, на кассе, в супермаркете.